Всем привет, друзья! Давно уже не снимала видео. Вот хочу сегодня показать вам в теплице мою теплую грядку, что там зашло и что растет. Вот, а у нас на улице ночью минус 10, минус 3. Сейчас тоже прохладно. Как видите, снег еще не растаял. Вот. Тут одну теплицу мы чехол натянули, который я в этом году показывала в видео, что мы купили чехлы на каждую теплицу. Это будет тоже, каждая теплица будет меняться. Верхушку мы обрезаем, боковины мы и дверцы с торцов мы все оставляем. И надеваем чехлы весной, а осенью будем их снимать. Как они будут себя вести, и как будет все, как пройдет лето, мы посмотрим, и я потом покажу осенью. А сейчас пойдем в теплую грядку, в тепличку. Кому вот, интересно, друзья, оставайтесь со мной. Вот это моя теплая грядка, которая находится в этой теплице, которую я вам показывала с улицы. Что взошло? Вот, взошла редиска. Надо будет прорядить ее. Вон там, возле горшочков, вот здесь взошел укроп. Но ничего поделать не могу. Хочется мне, чтобы здесь росли помидоры тоже. Поместила, в общем, ничего страшного, вырастет укроп. Рядышком вот здесь лук, пырей везде по всей тепличке. Такой тоненький, зелененький, это вот лук-пырей. Вот лук-пырей, он с этой стороны и с другой. Здесь, значит, сначала идет укроп. Так, дальше идет вот шпинат. Ну, редиска тоже по всей теплице. И потом редиску я еще посеяла, она он уже всходит. Так, это шпинат у нас. Дальше у нас идет базилик и петрушка. Вот. Базилик, петрушка. Ну, а здесь у меня помидорки, которые маленькие, через скороспелые, низкорослые. Огурчик инвалид, но он ничего, растет. Здесь огурчики тоже это скороспелые, которые балконные. Вот, балконные, чтобы пораньше были огурчики. Вот, вот это огурчик уже побольше. Вот и помидорки. Одни ампельные, вот видно, что она такая пушистенькая. Это ампельные, те низкорослые. Ну, все черри. Так, здесь вот тут у меня все тут тоже лук-пырей. Здесь такой лук, я посадила его. Ну, а там видно, что еще редиска всходит. Вот редис еще. По всей грядке тоже. Редис, редис, редис. Так. На той стороне сейчас обойдем. Это я укрываю на ночь. Сначала материалом, затем пленкой. Вот, а здесь везде лук. Головочки эти, маленький сивок. Вот везде посадила лук. Так что вот на 19 апреля у меня тут в тепличке растет. Теперь в этом году хочу в каждой теплице сделать вот такую теплую грядку. То мне места мало. Тут еще можно было бы и капусты посеять, а капуста растет дом. Вот такая красота. Вот. Такая моя теплая грядка. Я каждый год здесь сею. Сейчас покажу. О, насеяла. То, что сегодня воды нальем, удобрение сделать надо. Вот редис такой посеяла, ранее спелый. Затем потом редис еще вот такой. Так. Укропчик. Шпинат. Так. Петрушечка и зеленый базилик. Вот все, тут я здесь посеяла. А огурцы, которые я посадила в тепличке, ну, сейчас в грядке это кибри. Вот. И сибирский пучок F1. Вот эти огурчики я сюда принесла из дома. Уже я дома посадила и сюда принесла. Вот и все. После Пасхи буду заниматься здесь грядкой. Буду все готовить грядки. Ну вот и все, друзья. Я хотела короткое видео показать вам,
мою теплую грядку на 19 апреля. Западная Сибирь, Югорск, север. Так что душа радуется, когда захожу в эту теплицу. И тут огурчики уже маленькие начинают расти. Так это вообще счастье просто, видите? Вон огурчики, там огурчики завязываются. Так что ничего, растут. Ну хорошо, всем пока-пока. Кому интересно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, мой канал, на новый. И будьте со мной. Спасибо, кто со мной. Спасибо за комментарии, за лайки, кто делится моим видео. Спасибо всем. До встречи.